Откуда произошло слово «паспорт»? Считается, что состоит оно из двух слов итальянского происхождения. «Паса» – «проходить» и «порта» – «порт» или «гавань». То есть это специальный документ для прохода через морской порт. Управлением судебного департамента с 2007 года совместно с детской библиотекой имени Гайдара проводится работа в рамках программы «Школа правовых знаний» по правовому просвещению школьников. Сегодня темой беседы с учащимися 7 класса будет день паспорта. 25 мая 2010 года в Приволжском федеральном округе был объявлен Днем российского паспорта. Эту дату выбрали не случайно, потому что 25 мая, как вы знаете, день последнего звонка. Да? Наши выпускники получают уже право за выход в новую жизнь. И, конечно, возраст 14 лет тоже получает свой новый статус, потому что вы получаете паспорт, это тоже уже вход в какую-то вашу новую жизнь со многими новыми обязанностями и правами. Обязанность гражданина России иметь паспорт включает в себя следующие обязанности. Это получить паспорт по достижению 14-летнего возраста, менять паспорт по достижению 20-45 лет, хранить паспорт, не допускать его порчи, сдавать паспорт, если получается новый. Познакомили ребят из истории возникновения российского паспорта. Первое удостоверение личности ввел Петр I в 18 веке для крестьян, временно покидающих пределы постоянного жительства. С течением времени главный документ носил разное название. Его именовали проезжей грамотой, трудовой книжкой, метрикой. После Октябрьской революции паспорт и вовсе отменили, как наследие царизма. Восстановили документ, удостоверяющий личность, лишь спустя почти 15 лет. Современный облик, к которому привыкли все россияне, паспорт принял в 1997 году. На данный момент паспорта я еще не получила. Очень жду этого события. Думаю, что паспорт играет важную роль в жизни человека, так как при отъезде в какое-то другое место, допустим, в другую страну, чтобы мало ли что случится, могли вы доказать, что вы тот человек, за которого себя выдаете. Я не первый раз на таком вот мероприятии, поэтому, в принципе, все закрепило знание. Ну, думаю, полезно, чтобы общие сведения знать, куда идти, знать, к чему готовиться. Мы принимаем заявки на посещение таких мероприятий. В основном, конечно, приходят классами, где такое большое количество уже детей, и которые нацеленно приходят на какое-то конкретное мероприятие, целеобразно их возрасту. Сегодня на занятии я узнал очень много нового, особенно про историю происхождения паспорта. То, что паспорт был уже изобретен давно. Сначала там были даже национальности, но сейчас, конечно же, их нету. Вот. Свой паспорт уже получил? Да, свой паспорт я уже получил. Я к нему раньше не очень так относился бережно, а сейчас я буду более ответственным, потому что знаю то, что штраф большой. Люди теряют паспорта и, к сожалению, портят. Вот большой промежуток времени проходит от 20 до 45 лет. Да? Вот в этот период времени, к сожалению, бывают, да, паспорта испорчены. Люди обращаются для получения загранпаспорта, а им говорят, вы сначала исправьте свой общий гражданский паспорт. Вот. То есть такие места имеют быть в случае. Вот. Кроме того, теряют паспорта. Да, это тоже бывает часто. Но необходимо обращаться для того, чтобы паспорт восстановить и чтобы злоумышленники не могли воспользоваться возникшей ситуацией. Гульнара Давлетдинова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.